Меркурий, я? Не я. Венус, Меркурий. Сейчас. Вот какой сильный. Еще сильнее. Еще сильнее. Представляете, все кричат, ребенок лежит на земле. И вдруг что-то тяжело, да? И представляете, вы еще должны сохранять хладнокровие, делать правильные компрессор, и чтобы он был той силой, чтобы завелось сердце, правда? Лечение детей можно сделать эффективнее, говорит врач-педиатр Заури Успанова, если обучать докторов с помощью таких манекенов. Наглядный пример намного лучше любой теории, уверена врач со стажем. Именно поэтому пятидневный семинар для педиатров со всей страны Заури Успанова провела с помощью пластмассовых пациентов. Чтобы наиболее точно мы могли дать совет, правильно лечить ребенка до 5 лет – это самый такой опасный возраст по заболеваниям. Нам нужны такие центры, где мы можем не только свои знания хорошенько проверить, но еще руками научиться делать несколько манипуляций, очень важных. На семинар приехали главные педиатры 15 регионов страны. Казахстанские врачи обсуждали основные причины детских болезней. Неправильное питание и плохой уход в конце концов заканчивается походом к врачу. По всей республике Казахстан дети у нас одни и одни и те же проблемы. Это до 5-летнего возраста частое простудное заболевание, это частый кашель, понос и наше питание. Нужно в первую очередь провести хороший уход, хорошее питание и потом уже постепенно идти к тому, чтобы ребенок наш не болел. Обучающий семинар для казахстанских педиатров провели в Шымкенте не случайно. В нашей области созданы все условия для качественного обучения и повышения квалификации врачей. Такой симуляционный класс есть только в нашей областной детской больнице. В будущем, надеются врачи, подобные появятся и в других городах страны.